Всем здравствуйте, снова на водоеме, разбурился, сейчас прикормлю, половину лунок, несколько сделал новых, и будем пробовать ловить. Время где-то уже, наверное, много, а фиг знает, где у меня телефон, время где-то 2 доходит, примерно, как-то вот так вот. Что будет, потом включусь. Первый ротан, третья лунка, первая поклевка, двух, тишина была, время без 22, в общем, телефон я нашел, что время то же самое, как обычно, получается, а поклевок почему-то меньше. Вот хорошенький, хорошенький. В общем, там, наверное, еще крупнее просто стоят. И аккуратно не берут. Так, надо закармливать, наверное, основные лунки тоже тогда. Пробовать. Хороший. Третья рыбина. Пятая лунка. Хороший, хороший. Проткнуть не проткнул его, просто рот закрыл, сейчас бы раз и сошел бы. Поймал я на сегодня самого крупного. Вот такой вот упитанный, толстый. По весу тяжелый. Четыреста грамм он однозначно весит. Здоровый какой-то ротан, наверное, тут приплыл. Полторашка как-никак. Тут где-то с блесной должен он. Когда-то мы его поймаем. Нет, это не он. Я чувствую, что там был другой. Иду на второй круг по лункам.
После первого закормил кашей. По новым прошел. Новые сразу закармливал. Где поймал, где не поймал. Где просто поклевочка была. На втором круге сейчас двух мелких поймал. Пойдем дальше. Новая лунка. Иду на второй круг. На первом заходе даже не поклевки. Сейчас вот двух штук поймал. Еще поклевочка была. А на старых есть две лунки. Вообще даже не поклевки. Как-то на одной последних уже три рыбалки, два, три, и таких же размеров, надо брасывать. Какой-то ротан непротыкаемый попался там в лунке. И незацепляемый. Пришел на третий круг. Вроде и хорошо, когда лунок много. Есть шанс, что в одной не будет клевать, другой будет. И с одной стороны ходить долго. Еще, наверное, на 2-3 круга успею пройти. И все. И рыбалка закончится, много времени уходит, даже минуток по 5 посидеть, вот у меня их сейчас 13 штук, уже час. Ну где не клюет, там быстрее ухожу сразу, буквально пару минут. Все, кончилась рыба. Вот вроде тоже перспективненько луночка на будущее. Два вот таких вот от ротана. Хоть и два всего из нее поймано. За два круга, но довольно крупный, значит еще может быть. Время 17:11. Фонариком сейчас высвечивал лунки, поймал вот такого хорошего ротана. Перед этим еще одного поймал, не знаю какой больше. Этот еще здоровее, заснять ничего не получилось, камера у меня замерзла. Прямо трофеи. Сейчас все в кармане, как мог отогрел. Вот сегодня почти на всю длину чемодана моего. Вот такая рыбина. А сейчас еще одну лунку
дойду, наверное, посвечу и домой. Вес потом зафотографирую. Как-то вот так. Ну что, все, 60. Одну рыбину поймал я. Время 17:46. Собираюсь и выхожу. Вот он самый здоровый. Вот он второй по размерам. И вот еще один такой есть. Хороший. Вот этот. Блин, наверное, вообще рекорд. Не только нынешний, но, наверное, и вообще личный рекорд будет. Дома взвешаю. Так что как-то вот так. Всем удачи, всем пока.